Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games. Что ж, продолжаем проходить Dark Souls 3. Так, ну чё, на левую сторону локации погнали. Будем сейчас тестить новые заклинания, огромный шар, который мы купили. Он, конечно, тратит манны поболее, но, блин, он дамажить должен намного больше. Тем более я обратно в пироманты переоделся. Вот, так что я думаю... Вот так. Вот так вот, да, ага. Должно быть круто. Блин, мне не хватает опять вот маленько, а. Но уже намного больше. Можно, конечно, вот так делать. В принципе, как вариант. Надо прям перчаточку еще прокачать на плюс один. И будет нормально. Так, нам теперь в эту сторону. Чувак, ты такой незаметный, если честно. Да попади ты, блядь, по нему! Не, ну одиноких можно и так вырубать. Одиноких можно и так, в принципе. Так, грибы. Грибы нахер не нужны. Не, и так в настоящей жизни я люблю грибы, но не такие вонючие, фу. Заметил ты... Это, блядь, как? Через камень? Ну, пиздец. Где-то тут костер есть, я помню. На этой стороне. Ух, ебать. Ой, хорошо. А чё ж тот-то не подох? Заебись ты попадаешь, блядь. Тихо. Тихо, чувак. О, там что-то валяется. Да, тут костер. Тут псина, кстати, где-то рядом. И где-то тут еще один осколок Эстуса, чтобы еще одну фляжечку нам с вами. Щит с двумя драконами. Но это тоже, по-моему, говно. Чтобы нам еще одну фляжку себе заиметь. А какую уже там увидим? Сами решим, какую лучше поставить. Магическую или физическую? Так, тихо. Блять, бежит. Попал, охереть. Тихо. Угасающая душа, мне не надо. Тихо, чувачок. Нихера вас тут. Не, ну пока. Прям. Блять, отравился. Откуда ты тут, блядь, взялся вообще? Так, а у меня мох есть? Хрен, да? Я так и буду травиться, по чуть-чуть будет уходить. Пока внизу повозка не спадет, тут от нижняя. Ой, хорошо.
Где-то тут костер должен быть. Погоди. Но пока идем хорошо, прям замечательно. Новый шар разруливает прям отлично. Вот из-за этих вот ни хера не видно. Вон он, костер, я его вижу. Я уже его вижу. Блядь, я тебя, сука, не заметил. Упыря. Нихера ты меня отхерачил. Тихо. Сначала костерок. Отлично. Чё, восстановимся? Где ты, псина? Отлично. Так, ну нам сейчас... Дальше по левой стороне. Ну, блядь! Так, ну эти пошли в жопу. Так, теперь замок тут, короче, разрушенный на этой стороне. Это я помню. На мне сюда пока что. Опа-на. Тихо. Это я заберу. Душа. Какого хрена ты меня так быстро заметил? Блять, еще и увернулся, сучонок. Ух! Успел завалить собаку. Нам бы вон до туда добежать бы. Но это я сейчас все сделаю. Для этого, в принципе, мы сюда и пришли. А я помню, что ты здесь, мразь. Че, хер тебе получилось, да, прыгнуть, ублюдок? Не, ну с этим шаром... Ой, хорошо. Блять, бегут. Ты смотри, сука. Ага. Да ёбаный петух, сука! Ну давай еще подохнем здесь, блядь! Вот что тут. Это еще одна баночка. Так, нам надо вон туда. Где ступеньки? Вон туда. Можно сначала сбегать, конечно, вон туда. Это вон, где дрались в прошлой серии с двумя чувачками. Блять, ну тут краб, сука, сторожит. А ману тратить-то не хочется. Там, кстати, что-то валяется.
Что-то там валяется. Я не помню уже, что там валяется. Блять, выносливость восстанавливает. Говно. Так, ладно, давай пока сюда. Но сюда я пока не хотел, если честно. Впереди дремлют воины. Да в курсе я. Так, ну что, собаки, я с новым заклинанием. Ах ты, блядь! Успей, успей! Бляха! А он подох! О, огромная дубина, это с него упало. Тихо, 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 тихо. Фух, если бы он успел по мне попасть, я бы подох. Двуручный меч изгнанника. Но это я тоже не одену, это очень тяжело. Это для рыцарей, для таких персонажей, которые медленные, там, силу которым надо качать. Все вот это вот. Так, а этот проход ведет на следующую локацию. Да-да-да-да-да-да-да-да, но сюда нам пока рано. О, косточка. Открой, бляха-муха, не открывается. Сюда не пройти, это я помню. Просто так по приколу ударил. Ну, в принципе, сходить костерок-то можно открыть. Это еще ниже, это на болото уже. Это из леса на болото. Тут тоже две стороны. Тут даже, по-моему, три стороны. Лево, право, еще там по центру кое-что есть. Ну, ладно. В принципе, так. Так, 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 обратно возвращаемся. Сюда мы еще пока не пойдем. Рановато нам еще. У нас остался босс на этой локации. Босс. Босс, сука, сложный. И он в замке, вон там, вон. Если я ничего не путаю. А, да, тут же еще чувака надо спасти, который нам будет заклинание давать. Но не для пироманта, а для чародея, если я вдруг захочу использовать чародейские заклинания. Кстати, тут еще одна тварь. Надо было восстановиться. Если я сейчас подохну, это будет обидно. Как ж ты, блядь, меня заметил? Ёбаный свет. Ну все, пиздец. Без магии. Без магии не вариант. Нет, погнали, короче, восстановимся. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Ай, блядь, не сюда же, ёбаный в рот. Сука, он бежит, блядь. Я слышу.
Чувак, как ты подох-то? Ну так же ты делал, от этого нельзя умереть вообще-то. Ладно, так. Не, ну пока идем хорошо, прям замечательно, как в прошлой серии. А сейчас я к тебе вернусь, ублюдок. Блин, надо было сразу так сделать, чё я тупанул. Надо в храм сходить. Лишнюю банку захерачить. И уровень вкачать. Чтоб души не просрать. Да-да-да-да. Так, кузнец, кузнец, кузнец. Да, так, теперь у меня 4 хилки и 3 магических. Я, наверное, даже сделаю. Хотя так я и оставлю, мне хватит. Отлично. Я даже вот отсюда пойду. Там дырочка есть в замке, если вы могли видеть. Там можно пройти. Блин, но того ублюдка надо было добить, там кольцо лежит. Сука. Ты там, блядь, откуда взялся? Да ладно, блядь, 2 раза промазал. Ну что ж ты, блядь, замудил это такой? Ебать ты кривой, охуеть можно. Пиздец, блядь. Откуда ж ты, сука? Я целую банку просрал. Ну ладно, мы ее только сделали. Так что, в принципе, я немного при своих. Где второй? Блять, ай. Сюда я иду чисто из-за кольца, вот серьезно. Да ебать, какой же ты мудак, а? Вот, но это усиливает чародейство. Вот и я... Одеяние чародея, но оно мне не нужно. Блин, ну, я, ладно, я сделаю вот так. Вот так. Я забыл уровень вкачать. Но кольцо мы забрали, сюда больше пока нам не надо. Точнее, вообще нам сюда больше не надо. Я забыл про уровень, я забыл. Интеллект или веру лучше вкачать. Блин, удача, кстати, это полное говно. Так, интеллект, вера или ученость. Манны можно по воску прибавить или хпшки. Не, надо дамаг качать. Дамаг, дамаг качать. Блин, осталось 8600 надо, но у меня нет больших душ. Ладно, поехали дальше.
По этому же маршруту, кстати говоря. О, правильно, чувак бежит. Я также хочу. Вот сюда мне надо. Блядская собака! Да ебать тебя в рот, а! Ну ебаная тварь, а! ХПшку жалко. Сейчас она согреется здесь. Где ты, сука? Аккуратненько можешь пройти. Не бегом, так аккуратненько. Тихо. О, знак призыва кто-то наложил вон там. Вон фиолетовый, это можно на помощь себе вызывать чуваков. Не бежит, сука. Вот нет. Тайная тропа? Пиздабол. Да сдохни ты, блядь. Посох еретика, это для чародейства. Кстати, оставлю. Оставлю. Тут чувака надо спасти. Я еще раз повторюсь. Он чародей. Помнить бы только, где он находится. Да не, я вспомню обязательно. Осторожно вправо. Это я помню, чувак. Это я помню. Ты не подох, что ли, еще? Иди сюда, иди. Да пошел ты нахуй, ждать тебя еще полчаса, пока ты ударишь. Так, это дорога к боссу. Блять, а где же чувак-то? Стой, падла! О, кристаллический самоцвет, хорош. Или это дорога к боссу? Нет, это дорога как раз, чтоб чувака спасти, по-моему. Тихо. Вот того. Блять, не то стоит. Тихо. Ах ты ж псина, ты. Ёбаная. А давайте вот так сделаем. Я, кстати, колечко одел, вот это вот. Оно чудеса усиливает. Ну, чудеса это и лечение, и вот эта вся херня. Да что ты, блядь. Прям вот бесит интерфейс, когда пропадает. Не знаю, что за баг. Такого раньше не было. Давай. Так, подожди, ты же где-то тут, я помню. Ты должен быть где-то тут, а?
Так, там приколюху можно забрать, но мне не это сейчас надо. Вообще не это, честное слово. Тут должен быть чувак, 100 пудов. Ой, блять, кольцо жертвенности, которое мне нахера не надо. Вспомнить бы, где же он, а? Значит, и тут нихуя. Не-не, в этом помещении. Но не в этой стороне, походу. Ай, ну нахера? Маги туповаты как-то. Нахер ты в тех начал махать, еблан, блядь. Ух, нихуя! Тут, кстати, яма, это мы упадем в это, к тому чуваку, где кольцо забирали. Блин, ну где ж чародей-то? Подожди. Он 100 пудово где-то тут, прям 100%. Это босс. Там дальше. Какой прочный, сука, шкаф не ломается. Тут мы были, черепаху убили. Отсюда мы пришли. Тут вот мы зашли. Давайте еще раз пробежимся. Тут вот мы зашли. Перебили всех ублюдков. Поднялись сюда. Здесь убили 2 чуваков, тут больше ничего нету. Прошли сюда. На этой стороне внизу ублюдок. А, вот сюда, по-моему. Сюда, по-моему. Точно, вот ты где.
Неожиданно, у меня не часто бывают посетители. Что тебе нужно? Я тут занимаюсь исследованием. Если ты не по делу, я бы предпочел продолжить чтение. О, давай, интригует. Очень хорошо. Так и есть, я чародей, и мне есть чем поделиться. Однако, разве чемпион станет требовать усложнения, не предлагая ничего взамен? Очевидно, ты не из таких. Вот талочная тварь. Так что ты мне пообещаешь, в обмен на обучение у меня ты принесешь мне знания. Ну, ему тоже книги надо приносить. В виде свитков, в которых говорится о секретах чародейства. Ну, поможешь мне это... Да, можешь мне это пообещать? Да, конечно. Очень хорошо. Разумно. Я полагаю, ты знаешь, чего стоит обещание? Я Орбек из Виндхейма. Я буду обучать тебя чародейству. Мы будем учиться вместе, как будто в школе. Вали отсюда, сука! Так, ну хорошо. Теперь можно пойти попробовать босса завалить. Но я уверен, что с первого раза не получится. Прям на все 100 уверен. Но у меня 4 банки есть. Манны, правда, нет. Ну, а хули сделаешь? Побежали быстрее, он сейчас появится. Это огромный маг. Он еще портится, мразь. Где появился? Где появился? Он с 4 сторон может появиться. Слышу, слышу, слышу. Тихо. Главное успеть ударить. Ах, сука. Не рискуем, хилимся. Блять, это чувак бегает. Я думаю, что за херня. Где ты? Не-не-не-не-не, чувак. Ах ты, сука. Блять, ну... Не успел увернуться, он успел запустить эту херню. Так, сейчас он разделится на 4, по-моему. Надо настоящего найти. Не ты. Ой, блядь. А, я нихуя не вижу. Меня просто зажали, блядь. Ну, пиздец. Надо сначала этих убивать. Я вспомнил, блядь. Так ты мудак, блядь. Ну почти, почти, почти. Тут магии вообще не вариант бить. Почти. Сейчас пойдем завалим. Сейчас сначала уберем магические банки. Ну одну оставим на всякий пожарный. Careful.
Сейчас вообще пробегу, никого трогать не буду. Блин, надо, кстати, было купить у этого чувака, которого вот мы сейчас спасли, у него заклинание чародейства есть невидимость. Ты можешь мимо мобов пробирать. Не, ну ты виден, конечно, но не так сильно, как просто ты бегаешь. Я их даже трогать не буду. Тихо, 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 тихо. А вот это, кстати, херня очень опасная. Если она попадет по мне, там, блядь, больше пол хп. Снесет. Ну, пока он на половине здоровья призывать начнет. Пока он не будет. Все, начнет сейчас, сучка. Походу, да. Нам проход нужен. Тут из этой локации два выхода, кстати. Все, вот сейчас точно начнет. Минус. Не тот, не тот, не тот, тихо. Блять! Эх, ебать! Я жгу, звезда дамажит, пиздец. Да какого хера ты еще бьешь, блядь? Ему осталось ни о чем. Я ебал. Не будешь двигаться, тебя просто выстегнут. Эх, ёбаный свет! Ну я же тебя убил, блядь! Я же тебя убил, суку! Блядь! Ну какого хуя? Со всех сторон прилетает! Я же убил его, а! Который был посередине, фантом. Копия, в смысле. Ну, блядь, ну какого ж хрена? У меня один уголь опять остался. Но если сейчас не получится, в следующей серии. Иди нахуй. Ты будешь юзать уголь, сука! Да, выносливости, конечно, маловато. Просто, блядь, обидно стало. Я его, блядь, убил, нахуй, а он не убился.
Да, блять, второй поток этих хуин. Чтобы угадать, где он появится, мразь. Блять, в самом дальнем углу, ну конечно же. Музычка поменялась, пришел пиздец. Блять, это настоящий. Тихо. Да, блядь, как продамаживает. Надо постоянно двигаться. Да, блядь. Охуеть. Он еще, сука, прям за ним встал, блядь. Пидорас. Ну еще максимум два раза. Еще максимум два раза мне их убить. Минус. 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 Там уже в меня летит. Там уже в меня летит, естественно. Ебать, там летит. Ой, там летит. Если бы это все в меня прилетело, я бы уже подох. Так, ну последний раз собрались, блядь. Блядь, это настоящий, что ли? Сдох, сука! Одиннадцать тысяч 101. Блин, жаль, не 111. Ну как вам, боссик? Я считаю, прикольный. Фу, так, теперь у нас получается есть две развилки. Либо мы идем на болото вниз, но я предлагаю лучше пока туда не ходить, чуть попозже, а пойти от знатока. Вот отсюда тут будет еще проход на другую большую локацию, но она там одна. И там у нее развилок-то особо нет, так что мы, наверное, пойдем в следующей серии туда. Сейчас вкачаемся. Еще дамаженьки себе прибавим. И что ж, наверное, ребятки, на этом закончим сегодня. В принципе, не так длинно будут. Босса прошли. Локацию все обошли. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. И всем до встречи в следующей серии. И всем пока.